Там надо просто дергать. 21. Maijs Liepājas zivju pārstrādes uzņēmumu Kolumbija vēsturē būs nozīmīgs datums, jo šodien oficiāli sākt jaunās zivju audzētavas darbi. Projekta vadītājs Mārtiņš Rozes sola, ka jau novembrī audzētavas baseinos plunčāsies zivju mazuļi. Kopējais būvniecības apjoms gandrīz 3000 kvadrātmetri, bijušais kūpinātavas ceks tiks pārbūvēts un būs 4 atsevišķas recirkulācijas līnijas, katrai zivju sugai atsevišķi, tātad varavīksnes forele, store, Āfrikas sams un zuši. Tātad 4 šīs sugas mums būs šeit pat aiz muguras redzamajā ēkā. Kopējais investīcija apjoms ir apmēram 2,5 miljonu eiro. Un no tā 60%, un precīzi latos var pateikt, 1,1 miljonus latos ir sabiedriskais finansējums, tas ir Eiropas zivsaimniecības fonda un Latvijas budžeta līdzfinansējums. Tātad ļoti nopietns projekts. No šīs kārtas projektiem neviens cits pati tūmā nebija tādam apjomam. Gala rezultātā mēs esam paredzējuši saražot 160 tonnas zivju. Zivju audzētāju ļaus nodrošināt ritmisku darbu uzņēmumā un nodrošinās arī 10 jaunas darba vietas portālam, pavēstīja uzņēmuma īpašnieks Igors Krupņiks. Любое предприятие, оно базируется, в принципе, на трех китах, но первый из этих китов – это сырье. Если нету сырьевой базы, то предприятие, естественно, работать не сможет. Второе кит – это технологии, третий кит – это сбыт. Вот. Поэтому для того, чтобы предприятие имело так называемую сырьевую безопасность, о чем много говорится и в государстве, и везде, что в Латвии должно быть что-то свое, из чего оно может производить. Нельзя все завозить. Поэтому при сегодняшнем галопирующем, очень большом росте цен на рыбу, мы имеем небольшую устойчивость. Вот это собственная база по рыбе. Или как это сегодня эти великие наши экономисты любят говорить, вертикальная интеграция. С точки зрения объема это, конечно, не ахти какой процент. Всего мы перерабатываем почти 4000 тонн. 170. Вот. Но это все рыбы дорогого ассортимента. То есть продукция из них произведенная, она имеет высокую добавленную стоимость. Поэтому эти 170 тонн, они фактически должны быть 30-40% в обороте общем предприятия. То есть с точки зрения рыбы вроде бы немного, а с точки зрения денег, потому что это дорогой продукт, это совершенно другие доходы, это совершенно другие рентабельности. И основная здесь идея в том, что эти рыбы или продукция из этих рыб, она нам позволяет амортизировать постоянно растущую энергетику, не столь продукция от этого зависима. Kolumbijas īpašnieka māte Ņina Krupņika ne tikai atbalstīja dēlu ideju iegādāties bankrotējušu uzņēmumu Latvijā, bet joprojām ir uzņēmuma galvenā pārstāve Maskavā, kas rūpējas par konservu pārdošanu Krievijas tirgu. Samva načāle straitļistu etava zavoda jāpsigdā bila на его стройке. Это еще до того, как начали делать консервы под торговой маркой Либава. И сегодня это закладка вот этого тоже комплекса, я тоже присутствую, и я считаю, что это перспектива, и она будет осуществлена в те сроки, которые он дает. Мы видим то, что Колумбия нодарбина пятикошу лиелу скайту липайнику, Liepājas novada cilvēks. Tie ir vairāk kā 300 cilvēki, kas strādā šajā nozarē. Un, protams, šis projekts dos noteikti to signālu, kad nozare saglabās savu klātbūtni Liepājā, jo tomēr tie apjomi, kas ir mērām 160 tonnās gadā, ir pietiekoši lieli.